Анонс и точная дата выхода 35-й серии турецкого сериала «Жестокий Стамбул». 35-я серия сериала выйдет в эфир 16 марта. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, что после того, как Шениз упала с большой высоты, то в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Дженг сильно перепугался за свою мать. Сотрудники правоохранительных органов задержали Агаха и отвезли его в полицейский участок. В это время появились журналисты и стали спрашивать у Агаха, зачем он так поступил с Шениз и действительно ли он ее столкнул. Сам же Агах не спешит давать им ответы на многочисленные вопросы. У Шениз после падения были очень серьезные травмы, и выжить ей просто удалось чудом. Она не сможет больше ходить, говорить и даже обслуживать саму себя. Джен говорит о том, что теперь ей придется находиться в таком же состоянии, в каком много лет пребывал Недим. Но сможет ли она просто существовать в таком состоянии? Увидев в больнице Недима, Дженг стал нападать на него и спросил, доволен ли он тем, что спустя 20 лет наконец-то смог отомстить. Но кто же станет следующей жертвой? Джерен открыла список, и она уверена в том, что теперь настала очередь Дженга. Агах пришел в больницу и, смотря на Шениз, стал говорить ей, что она не только у Недима, но и у Дженга отобрала детство. Он также заявил, что еще не покончил окончательно с Шениз. Напомним, 35-я серия сериала выйдет в эфир 16 марта. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.